Утренний час пик не должен стать причиной задержки рейсов, считают в отделе транспорта городской администрации. В Химках проверяют режим работы и качество обслуживания пассажиров автобусов. На этот раз пристальное внимание специалистов к маршруту номер 469. Установлено, что автобусы ходят по расписанию, нарушений в движении нет. Дополнительно мы рассмотрели проблемные маршруты с участием директора МАП номер 8 Мострансавто, по маршрутам номер 27-28 в Новогорске, по маршрутам в Подвесково номер 30-50-465-484, а также рассмотрели маршруты в Лунево номер 36-35 и номер 40. Проверку работы общественного транспорта в городском округе проводят два раза в неделю. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.